2014 году мы впервые запустили турнир памяти Героя России по греко-римской борьбе «Связь поколений», где на двух коврах борются и юноши, и ветераны борьбы. Турнир чем очень важен, потому что это в памяти нашего друга Дмитрия Васильевича Жидкова. Это, ну, можно сказать, практически наш ровесник, который, к сожалению, мог был бы здесь с нами, но его здесь нету. И мы в честь его проводим это мероприятие. Это, ну, как мы уже говорили, память о человеке жива тогда, когда его помнят. Прежде всего, нам интересно, чтобы это был законопослушный гражданин, с нормальными, правильными мыслями о семье, о родине и так далее. И чтобы это все защищать, нужны специальные навыки. Проводим это мероприятие, и когда все начиналось, я по-честному я не поверил, что это у нас получится. И я думал, мы не сможем. Я думал, сначала это просто будет один раз и все. 8-й год подряд, 5-й из них вот здесь, на этой земле, Красной Горке. Ребят, услышьте меня, вот здесь Красная Горка, Нижний Новгород, Бор. Спасибо, что живые, спасибо, что я с вами. За эти 8 лет мы стали большой дружной командой, вот, поэтому я думаю, что это только начало, впереди далекое светлое будущее. Наверное, когда-то нас будут, как ветеранов, организаторов этого турнира, приглашать на открытие турнира, и в такой же дружной компании, только уже большой, мы будем участвовать с вами вместе, смотреть на прекрасные бои.